Видеорегистратор Silverstone NTK9000F Duo. Рассмотрим само устройство и комплектацию. Поставляется в такой вот упаковке. Рассмотрим, что внутри. Сам видеорегистратор. Его рассмотрим чуть позже. Перейдем к комплектации. В комплект у нас входит адаптер питания в прикуриватель. Длина провода 3 метра. Кабель USB для подключения к компьютеру. Кронштейн-присоска к лобовому стеклу, поворотная на 360 градусов. Камера заднего вида. Камера также комплектуется двухсторонним скотчем, двумя саморезами. Пыль и влага защищенная. Длина провода 6 метров. Инструкция на русском языке. Фирменный гарантийный талон. Рассмотрим сам видеорегистратор. Он выполнен в металлическом корпусе. Сверху у нас расположен USB для подключения камеры заднего вида. Площадка под кронштейн, USB для подачи питания. Сбоку слот под карту памяти и кнопки управления. Вверх, меню вниз. Далее старт-стоп записи, сделать снимок, кнопка мод, то есть просмотр записанных видеороликов и включение-выключение видеорегистратора. Видеорегистратор на русском языке. В меню у нас есть возможность настроить устройство под себя. Здесь два пункта настроек. Первый пункт — это настройки видеозаписи, это разрешение, цикл записи, VDR, экспозиция, датчик движения, запись звука, штамп даты и времени, G-сенсор, режим парковки, ввод госномера. Второй пункт — это системные настройки, автовыключение экрана, автовыключение регистратора, частота, звук кнопок, язык, дата, время, форматировать карту памяти, сброс до заводских настроек, версия программного обеспечения. На видеорегистратор дается год гарантии, приобрести можно будет в сети магазинов «Автогир».